Сарика Продакшн Студио. Так, твое состояние какое нынче? Ну-ка, расскажи. Так, у сейчас. Меня отличное. Так. Сегодня ответственный момент. Да. А у тебя дебют, так что ты... Да. Мандраж присутствует? Конечно. Да. Весь день не спала, всю ночь не спала? Нет, спала, кстати, хорошо. А, понятно. Значит, не такой уж сильный мандраж, да? Ну, волнуюсь, нет, волнуюсь, еще как волнуюсь. То есть нам всем, а конкретно зрителю, надо, чтобы ты выдала зверский максимум. Потому что ты же никогда не выступала. Нет. С тобой этого не было никогда. А представляешь, ну, тебе... в хоре. Ну, в хоре все выступали почти. Вот каждый, кто приходит, хор вспоминает. А вот в реальной жизни во взрослой не было, да? Нет, конечно. Готова показать людям? А я сделаю все возможное. И невозможное. Вот это правильно, да. У тебя обратной дороги нет. Конечно. Ты попала жестко. Да-да-да. Так что давай пахать, Динара Маканалина. Конечно. Теплом согрета, и по ней я бегу босиком. Я пою, и звезды лета светят мне даже днем, даже днем. Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы оно за мною мчалось, за мною вслед. Я так хочу, чтобы маленьким и взрослым удивительные звезды дарили свет. Лето, ах, лето, лето звездное, звонче пой. Лето, ах, лето, лето звездное, будь со мной. Играет в прятки с ручейком и со мной, и со мной. Ветерок, надев крылатку, манит в лес за собой, за собой. Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы оно за мною мчалось, за мною вслед. Я так хочу, чтобы маленьким и взрослым удивительные звезды дарили свет. Лето, ах, лето, лето звездное, звонче пой. Лето, ах, лето, лето звездное, будь со мной. Хочу я, чтоб взглянуть с голубой высоты на страну мою большую, на леса, на луга, на цветы. Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы оно за мною мчалось, за мною вслед. Я так хочу, чтобы маленьким и взрослым удивительные звезды дарили свет. Лето, ах, лето, лето звездное.